Они знают все секреты приготовления блюд и порой сочетают несочетаемое. Это о поварах. В этом году их международный профессиональный праздник проходит под девизом «Здоровые дети, здоровое будущее». Лучшие повара показывают кулинарные мастер-классы и рассказывают о здоровом питании. Чебоксары также принимают участие в этой акции. В одном из детских садов малыши сами готовили блюда. Что у них получилось, узнаем далее. Детская радость и фруктовая вкусняшка. Такие блюда сегодня готовили самые маленькие кулинары столичного детского сада номер 8. Все как у настоящих профессионалов. Строгий набор ингредиентов, специальная посуда и белоснежные поварские колпачки. Еще вчера малыши не знали, что такое кондитерский мешок и как правильно украшать блюда. А уже сегодня гордятся творениями собственных рук. Мне очень понравилось готовить. Готовить мне было легко. Я захотела стать поваром, потому что они самые лучшие. Помогали детям опытные мастера Республиканской ассоциации кулинаров. Конечно, до сложных десертов поварятам еще далеко, но самое главное – начало уже положено. Наши дети – это наше будущее. Здоровая пища – это наша здоровая нация. И начинается именно с детского садика, чтобы пропагандировать нашу профессию повара. И повар – это, знаете, высокое знание дела. Это будет показывать то, что он знает. И будет кормить вкусно, сытно. Этот мастер-класс можно назвать своеобразной профориентацией. И ничего, что обучающимся так мало лет. Заложенные в детстве навыки порой дают неожиданный результат. Такие мастер-классы для детей очень интересны, потому что это профессионалы знакомят их со своим, с ремеслом своим, да, своего дела. Нашим детям настолько понравилось, столько эмоций было положительных. И я надеюсь, что кто-нибудь из них когда-нибудь будет профессиональным поваром и научит сверстников, да, родителей тем рецептам, которые они сегодня узнали. Акцент на этих рецептах, конечно же, будет сделан на здоровом питании. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика.